Здравия желаю. Вот еще он светильник настенный нашел. Видите, горит. Горит. Ярко горит. 40 LED-лампочек. А ток не сматывает. Вот этот счетчик показал бы, если был ток. И это тоже, они говорят, рептилоиды. Вот этот прибор китайский, тоже у них дерьмо. Давайте посмотрим. Тоже ноль. Видите, ноль. Это дерьмо у них. Счетчик дерьмо у них. Все дерьмо. Однако все работает, и ток не сматывается. Как я его сделал? Там была батарейка вот эта на 6 вольт, 4,5 ампера, то есть почти до 30 ватт. Я ее убрал, потому что она дохлая уже, то есть нашел на помойке этот светильник. Подсоединил вот провода, плюс и минус. Подобрал, значит, выпрямитель, вот этот. Значит, от Nokia, значит, сейчас вам скажу, 5,7 вольта, 800 микроампер, 0,8 ампера, и все. Сейчас осталось крышку закрыть, и вот вам вечный, и повесить его на стену, вечный свет. Настольный. Также можно без сети, если батарейки я заряжаю бесплатно, как вы видели. Вот. То есть хорошую батарейку вот такую, зарядить ее, новую, сюда на место поставить, и так же будет. Он на батарейках, вот они пишут, китайцы, на батарейках, значит, 16 часов может работать, если зарядить батарейку. То есть заряжаем бесплатно и ставим, то есть. Это если куда-то идти. А дома вот ставили, и счетчик не крутит. Система работает. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.